Всем привет! С вами Варк, и это Сома. Мы продолжаем прохождение этой замечательной игры. В прошлый раз мы застряли на станции Дельта, и нам нужно это место каким-то образом покинуть. Поэтому давайте-ка продолжим прогулки по дну океана. Ну просто потому, что здесь нам больше делать нечего. Здесь нам делать нечего. Откройте! И... Привет, хороший. И вот этот засранец, вот я его бы я опустил вот просто тупо бы на запчасти. Так. Давайте-ка попробуем сделать вот что. Далеко падать. Прощай, жестокий мир. По-моему, нас спасли. Нет, не спасли. А, нет, нас спасли. Да, нас. Зачем я это сделал, непонятно. Так, я так понимаю, нам нужно вызвать спасательный шаттл. Для этого нам нужно активировать антенну. Для этого нужно активировать антенну. Где эта антенна, кстати? Уж не здесь ли? Кстати, вот туда, наверное, можно залезть, да? Давайте попробуем. Эй! Нет, нельзя. Серьезно? Нельзя? Вы меня туда не пустите? Нет? Ну хорошо, ладно, допустим. Ну, отсюда мы пришли, здесь ничего. Чего? О! Вот оно что, сигнала нет. Установлен на 49. По-моему, мы настроили антенну. Давайте теперь пробежимся быстренько сюда. Вот здесь у нас находится антенна 216. Так, назад. Цепелины. Transport active. Unspecified cargo. Подходим назад. И, по-моему, мы справились. Все прекрасно. А где он, кстати? Смотрите, какой Халюся. Смотрите, какой он замечательный. Вот. Я бы себе такого завел. То есть, приносишь такого на работу, он за тебя работает, двери открывает. Всяких там монстров, начальников отгоняет. Да и к тому же еще и кино может показывать. О! Цепелин. Дирижабль. Великолепненько. Давайте. Пора сваливать, я так понимаю. Да, пора сваливать. Ерунда. Ну ладно.
Oh, it's really disconcerting popping in and out of existence like that. Where are we now? Delta. At least that's what you said before the crash. Oh, right. Of course. Is this a Zeppelin? Appropriately named. You think it can get us to Theta? It's a cargo transport. They use them for moving materials between the sites, anything that's too big for the shuttles. I'm sure it can carry us. Why won't it work? Come on. Oh, the tool chip is bust. Isn't that part of the Omni-tool? Look who's been paying attention. We have to deal with that back at Upsilon. Then you know how it works. We need to get a new tool chip and switch it. Care to point me in the direction of the closest tool chip storage? I think it would be easier to just take one from a robot. What? Just knock a robot over the head and steal their chips? The toolbox over there says it has a stun baton. You could use that. Come on. I don't want to hurt anyone. Isn't this a bit much? It's just a robot, Simon. We're just robots. Sort of. I'll get us a chip. То есть мы теперь еще должны и достать чип, избить робота? Серьезно? Так. Ну. Нет, вы чё? Вот этого малыша маленького, да ну. У нас есть скотина получше, который нам никак не помог. Привет. По-моему, малыш нас начал бояться. Да, малыш нас боится. Ну куда ты? Ну ё-моё. Мы потеряли единственного друга. Ну не обижайся, господи. Ну, надо было так. Ой, я расстроен, а. Из-за какого-то чипа мы потеряли хорошие отношения этого маленького прекрасного робота, кстати. Тебя можно использовать, нет? Нет, тебя нельзя использовать. Блин. Ну, это самое, ты не серчай. Я расстроен. Я очень сильно расстроен. Thanks, Simon. Don't be mad, okay? We really needed that chip. We'd be stuck here. Could you do it? Kill a robot like that? I get attached to them too. I'm not a monster. But in this case, it had to be done. He was talking. I mean, he was delusional, but he seemed sincere. Present. Yeah, well, I'm sure it's fine. Was he really that different from us? It's just beginning to sink in. I mean, really sink in. I'm a robot. Didn't we cover this already? I guess I've known ever since I woke up at Upsilon. I just keep suppressing it. Like my brain doesn't want me to think about it. It's really getting hard not to think about it. Yeah. Could you maybe hit that switch over there so we could get moving? Oh, yeah, sure. This is a bolt also. Все, полетели. Да, мы полетели. Это великолепно. И мы бросили нашего маленького помощника, расстроенного и напуганного. Ну, что за жестокий мир, а? Я расстроен. Ты что-нибудь скажешь, нет? Или мы просто посмотрим на пейзаж за бортом? А здесь, смотрите, свободы не на что. Ладно, встанем посерединке. Или нет, встанем рядом с тобой и будем просто на тебя смотреть, чтобы тебе было стыдно. Тебе стыдно, да? Вот по-любому же стыдно. Нет, не стыдно? Ну кого я обманываю? Ты ж простая железка. Заставил убить меня другую железку. Увлекательное путешествие. We got a slight delta detour, but we're back on track. Yeah,
We should touch down on a cargo platform just outside Theta. Then we just head inside, grab the dump bag, and head down the abyss. 4,000 meters. That's a long way. 4 километра, это офигели. We don't have to worry though, because with the dump bag, the Ark could have been in the Mariana Trench. It'll hold for anything. That's great. And then we can start listening to other people when they talk, because that's how conversations work. What? Oh, sorry. I just can't stop thinking about what we've become. It's clear that we're no longer human. But then how can I feel like Simon? How can I feel like anything at all? I mean, technically, I don't have any ears, no mouth. Christ, that's a weird thing to think about. I mean, I'm making sounds. I'm still saying things. You sure are. Okay. Your new body most likely has senses similar to those you had as a human. And your mind, only knowing one way to perceive the world, superimposes that skill set on top of your new features. So my mind is covering it up, pretending nothing's different. If it didn't, you'd probably be incapable of interacting with the world at all. And the stress would either kill you or make you go insane. So I've found a good balance between awareness and ignorance. Does that mean I shouldn't think about this stuff, or are my thoughts actually making me cool? Could I tip the balance by suddenly gaining some insight and then go insane? I wouldn't worry about it. I mean, we have real things to deal with. Saving mankind, remember? Speaking of which, we're closing in on Theta. I'll eject the Omnitool. As always, don't forget to take me with you. Kath, before you go, the artificial intelligence you mentioned in the escape vessel? Uh-huh, yeah, the Warden unit, the WoW. Is it the WoW's fault that we're like this? I mean, it seems like something an unreliable AI would do. I suppose it set the ball in motion, but it's not directed with purpose. It's really complicated to explain how machines think, Simon. Concentrate on getting inside Theta, okay? See you soon. Содержательный диалог, ничего не скажешь. Я по-прежнему переживаю за этого маленького робота. Хоть убейте. Хе-мое. Straski, wake up Dr. Masters, we're bringing in anchors. What's wrong? What can I say? He's had a rough day. И я так понимаю, нам нужно пройти туда. Ну давайте почитаем, точнее послушаем все, что нам скажут. This thing on? Can everyone hear me? Go ahead, Strom. Listen up. Thank you, Catherine. Wait. Am I already here? Hello? Who is that? Mark? No, we haven't met before. Is this the Ark? I think we're safe. Oh, I was so worried something had gone wrong. What's your name? Robin Bass, Theta Field Service Technician. Nice to meet you, Robin. How did you get here? I got scanned, like the others. And then I killed myself. At least, I think so. I can't remember that part. How does that work? Did dying get you into the Ark? Wow, you're definitely not from Theta. Let me guess, Omicron? Wasn't sure Catherine would be able to scan you guys. You're lucky. There was a lot of talk about this at Theta. The idea is, when you're activated in the Ark, there's basically two of you, right? One human, one living scan in the Ark. You don't want your copy to survive you. You yourself want to survive on the Ark. If the human you dies before the scan is initiated, or closely after, you yourself would live on in the Ark. Amazing, right? Замечательно, но вот если, допустим, она убила себя, так живет же ее компьютерная копия, не она сама. Это, по-моему, разные совершенно вещи. И я вот не знаю, стоило ли оно того. Попробуем еще раз.
А, даже так. А, все. Теперь можем. Да. Теперь все нормально. А, и Shell Pass. Ну только не хватало Гэндальфа, кстати. Который будет говорить, что мы не пройдем. Ладно, посмотрим, что нас там ждет. И ворота-то не силы. А давайте пока поговорим с роботом. Did Catherine put you up to this? Killing yourself? Catherine Chun? No. I don't think you understand. She just did scans and put them into the Ark. I hope I get to meet her soon so I can apologize. She always got into trouble with Strawmeyer when someone killed themselves. I think she's okay with it. Where is everyone? I thought there would be like 40 or 50 people here. I don't know. I'll let you know if I see anyone. Robin, I'm not sure how to say this. What? This is... Yeah? Pretty amazing, right? I mean, the Ark. Yeah, it's great. Ну, ты сказал ей правду. Она не на ковчеге. They saved us all. See you later. Will do. Она не на ковчеге. Можем здесь что-нибудь сделать? Потому что ее оставлять просто так. I'll be going now. Let me know if you find anyone else. You good? I think so. I feel fine. Нет, мы не можем ничего с ней сделать. А, можем. Знаете что? Если мы ее ставим здесь, это будет хуже, чем если мы сделаем вот так. Ну просто смысл в том, что она не попадет на ковчег. Она никак не попадет, потому что она осталась здесь. Ковчег глубже. И попросту она останется одна, совершенно в темноте, под водой, рядом с монстрами. По-моему, это жестоко оставлять ее здесь. И вот теперь я задумался, того ли робота, или я выбрал. Потому что тот говнюк, пускай бы плавал, а маленький-то... Маленький нам помогал. Эти муки выбора. Ну? Hello? Anyone there? Никого здесь нету, господи. О чем ты говоришь? Так, сохранение прошло, значит, мы на правильном пути. Здесь у нас ничего. Ага. Я так понимаю, туда мы не пройдем. У нас есть огнетушитель и стекло. Ну, мы это уже проходили. Давайте поэтому сделаем так. Здесь у нас ничего нету, ну давайте включаем ее. We're here. We're here. Okay, great. Time to hijack ourselves a submarine. There will be nothing stopping us when we have done that. You guys sure have a lot of machines and vehicles down here. What makes this one so special? It's the only transport that can go into the abyss without cracking like a can of soup. If this is one of a kind, then how did they get the Ark down the abyss in the first place? That's a good question. I suppose they did it the hard way and just walked. Didn't realize that was an option. Kath,
What's it like inside the Ark? Is it like a movie or virtual reality? No, of course not. It's, you know, like real life, but slightly better. Pleasant temperature, clean air, good weather. So people in the Ark just walk around pretending it's the real world? You don't have to pretend. It's perfectly immersive. And it can just sustain itself? Yes. Attached to a probe, fueled by solar panels, it could survive for thousands of years. That's amazing. Just thinking about the Earth being what it is and us setting out to save the final remains of humanity, it's... heroic? At least it feels worth doing. Here we go. The Dunbat. Oh, damn it. I knew it was too good to be true. Ну, конечно. What's wrong? It's quarantined. Hold on. We need a security cipher. How bad is it? It's we don't write these things down type of bad. Maybe someone's still around who can tell us what it is. Sure. Let's go with that. I'll just unlock the other doors for you, so you can explore the station. Ой, we need to find someone who knows the cipher. It's the only way to fire up the Dunbat. Looks like all your friends moved downstairs. Why abandon the gate? In the habitat? И народу-то прям. That's so strange. Очень-очень много. I don't like this at all. Много народу мертво, много пропало, остальные живы. Это интересно. Это интересно. Ну, погуляем, посмотрим, что к чему. О, свет включается. У нас есть дверь там. Нет, я туда не пойду. Я не люблю темные коридоры. Thanks, Drawmire. That's a real helpful report. Be quiet, the proxy listens. What happened to Theta? No explanations anywhere. That sounds like a warning. Учитывая, что здесь слышны какие-то странные звуки, я уже жалею о том, что я сюда пришел. Здесь вроде бы ничего нет, ладно. Туда мы пройти пока не можем. Что-то мне подсказывает, что зря я сюда, конечно, пришел. Она жива. Ё-моё, ёбушки-воробушки. И нас ждет та же самая участь, если мы не... Так, давайте-ка присядем. Потому что, кажется, здесь кто-то есть. Нет? Да, здесь кто-то есть, и... Этот кто-то не особо дружелюбно настроен, если честно. Так понимаю, нам нужно куда-то в ту сторону и не задевать никакой мусор. Да, не задевать никакой мусор. Еще один живой человек. Ну как живой? Ё-моё, не с этой стороны. И как его перезагрузить? Хороший вопрос. По-моему, нас сейчас захомячат. Нет?
Да, он идет сюда. Не кричи. Не кричи. Уйди. Ага, он ушел. Двадцать девять секунд. Двенадцать секунд. Как долго тянется время, а? Ё-моё. Нас убедили. А, вот оно что. То есть он его еще и выключает. Он его еще и выключает. Слышь, товарищ, вали отсюда. Это я тебе говорю. Да что ж ты такой надоедливый-то, а? Мужчина. Я не хочу вас знать. Или не мужчина, кто вы там? Нам кранты. Я же говорил, что нам кранты. Интересно, девки пляшут. Сервер работает, ладно. А теперь я предлагаю попробовать отсюда свалить. Сначала подлечиться только. Если здесь, конечно, есть чем подлечиться. Нет, здесь нет чем, нечем подлечиться, поэтому мы пойдем обходным путем по правой стороне. Наверное, по правой. Да, тихо ты! Уйди! Беги! Беги, как никогда не бежал! Блин, ненавижу такие моменты. Да приходится просто убегать. И надеюсь, ты не умеешь пользоваться дверь. Ага, лестница сломалась. Замечательно. Я об этом мечтал вот всю жизнь. Здесь-то хотя бы лечилка-то есть, нет? Здесь лечилки нет. Да, японский бог, а. Вроде... А, можно было выбраться. Надеюсь, он не умеет лазить по лестницам. Ну, вроде у него урока нету, поэтому мы... Нормально прошли. Good job, Sam. This better have worked. I'm not going down there again. Ух, это было страшно. Надо было, наверное, двери все закрыть. Ну да ладно. И. Find someone who knows the security cipher. Ага. То есть мы туда, получается, зря что ли лазили? Ой. Ну, чё нам терять? Мы ранены, хилок нету. Вокруг кровь. Где-то внизу шляется монстр, который нас, скажем так, потрепал. Саймон бегает, как раненый вомбат.
здесь еще кто-то есть? Why would they all leave this floor? I don't get it either. It's like they all just cleared out. Как темно и страшно. Вместо того, чтобы что-то исследовать, я шляюсь по сортирам, а? Ё-моё. Куда катится этот мир? Здесь у нас ничего. Дайте мне полечиться, пожалуйста. Дамы и господа, я хочу полечиться. What's so interesting downstairs? Just labs and offices. Maybe the shuttle station. Should we go check? Rather not. Это комнаты. Это комната сотрудников. Кстати, будет интересно посмотреть, что вообще из себя это все представляет. Кто эти люди? Нет. Одежда. I'm just worried about my colleagues. Причем все аккуратно сложено. Вот сейчас по-любому что-нибудь включу, а там какая-нибудь мерзота. Так, это не читается. Дорогие друзья, если вы будете читать это, то я уже буду полностью внутри ковчега. Как я уже объяснял, для этого нужно всего лишь завершить свою жизнь по окончании сканирования. Чтобы не пугать Кэтрин, я сделаю это тайно, завернув цианид в жвачку, положив ее в рот перед сканированием. Когда она объявит завершение, я кушу жвачку, тем самым мгновенно вызову смерть. Разве цианиды мгновенно умирают? Когда вы знаете правду, скрытую из моей смерти, то поймете, что в этом нет трагедии, ибо я одержал победу. Я советую вам сделать то же самое и встретиться со мной в ковчеге. Искренне ваш, Марк Саранг. Ну вот опять же, это не будет этот человек, это будет совершенно другой, как мне кажется. О, хилочка! Наконец-то. Мы сможем полечиться. Давайте только без скринера. I know it looks bad, but it makes me feel a lot better. That's the wow you're hooking up to. I need it, okay? I wouldn't have made it this far without it. Let's just keep going. Фотографии. Ну, мы все равно все умрем. Я пойду ва-банк. Поставлен саранга и непрерывность. Угу. А тела где? Эй, эй! Мне не нравится, когда играет такая музыка. Непрерывность. Ё-моё. Я так понимаю, туда лучше не ходить. Хорошо. А, может быть, здесь где-нибудь компьютер есть? С котиками? Да вроде нет. Ни одного компьютера. Что за нищеброды? Да, мы это уже читали. Это про то, что мужик решил рипнуться. Здесь у нас. What's a little projector? Looks homemade. That's my attempt at building a vivarium. It's kind of a proto-arc. Так, ну дневник я читать не хочу. Может, еще такие где-нибудь есть? Нам нужен код.
Вход нигде найти не могу. В шкафчиках пусто, кстати, почему? Да уйди. Ладно, допустим, здесь, наверное. Я сматерился, да? Ладно, дамы и господа, простите, но вот это было... Это было внезапненько. Очень внезапненько. Наверх тогда пойдем. Я вообще стараюсь, в принципе, не материться при записи, просто потому что... Ну... Не считаю это лучшим вариантом. Но, видимо, иногда приходится. Cozy. Календарь. Так, это комната Кэтрин, я так понимаю. Да, это комната Кэтрин. This is where I would store the ARC scans. So you saved the whole staff digitally on these chips? That was the plan. Нашли то, что нужно, да? Fast. О, нашли. An intact memory chip. If we're lucky, we might be able to extract the cipher from it. Давайте пока по окрестностям пройдемся. This is where I did my scan, and all the others, I suppose. You don't remember? My scan was the first. Had to test the scanner before I could start making promises. Mm-hmm. Strasky, come in. I need help in the lab, the scan room. What happened? Conrad killed himself after the scan. Jesus, how? Naser tool. What should I do? I'm gonna need to tell Strohmeyer. No, please. I'm so close. Stormwire's gonna shut down the ARC project. It's not my fault people keep killing themselves. Catherine, what are you gonna do? It's not like you can sneak a 300-pound body out of the lab. Логично, да, 20 килограмм. I know. Catherine, are you okay? Not even close. Ну вот это тоже с их стороны очень и очень... Скажем так, локальные, свободные, сканы. Ну так вот, это очень, скажем так, неправильно с их стороны. Просто потому что, да, их отсканировали, да, они теперь могут... Они обрели бессмертие, скажем так, но зачем убивать себя на глазах у человека, который пытался тебе помочь? There should be a list of people. See if there's anyone who could know a security cipher. No, won't work. We need someone from Theta Security Group. Корея. Интересно, а кто? Да, это хороший вопрос. Кто? Не всех же пробовать. That one won't work either. Look for security people like Кронштадт or Strohmeyer. А, Кронштадт или Стормер. Так, а у нас же там были какие-то сканы. Давайте посмотрим. How did this... What is this? Kath, what is this? Why do you have a file of me? You are one of Dr. Munshie's templates. A legacy scan.
Мы еще и... Okay, that's it. Wow, that was fun. That's a relief. Still figuring this out, so... It's freaky. So many lights. What do we do now? Paul and I are gonna run tests for a week or so, and then we'll work out a roadmap to your recovery. Well, I feel excited. Can't wait to get back to the living. The model was sound. It should have worked. It's not your fault, David. I really wish things had turned out differently. Yeah, me too. I was supposed to save you. Hey, you got my brain on file. Maybe you can put it to some use. Yeah, who knows? You'd be okay with that? Using it for my research? Sure. It's like a part of me lives on or something. Like a donated organ. You know what sucks about dying? What? The crash. Everything up till now. The brain damage. You guys, everything. It's made my life so much more real. I started thinking about all the things I was going to do. I'd never been more excited to be alive. All that hope. Wasted. Ну, как я понимаю... It's a legacy scan. They're historic templates for AI construction. Any self-respecting engineer wouldn't use legacies anymore, but they're great for learning. They come with every development kit. So, my brain scan turned into a template for artificial intelligence. You should be proud. So much for that mystery. No magic or time travel needed. I was here all along. Waiting for someone to shove a picture of my brain into his suit and hit the power button. Я так понимаю, у нас должен быть еще один чип. Потому что на том чипе ничего нету. Давайте-ка здесь посмотрим. Ну вот опять же... Нашему герою обещали спасение, ну, его, наверное, в каком-то роде спасли, но... Ну, что с ним случилось дальше? По-моему, он умер. Так, и здесь у нас... И что делать-то? Подскажите, товарищи. Еще один картридж. Так. Кажется, я застрял. Кажется, я застрял, и я начинаю тупить. Вот это что-то интересное. Ладно, я предлагаю на этом сегодняшнюю серию закончить, потому что, судя по всему, я туплю. А если я туплю, то ничего хорошего из этого не получится. Но суть в чем, нам нужен Страски. Ну-ка, передать. Может быть, он. И серию тогда не будем заканчивать? No, I don't think so. Stromar recruited people from the evacuated sites. They should also know the cipher, if you can find one of them. Ладно, на этом мы серию сегодняшнюю все-таки заканчиваем, потому что как-то, видимо, я подустал. А, в любом случае, мы продолжим в следующий раз. Всем большое спасибо.
Спасибо за вашу активность. Если поставите большой палец вверх, будет просто замечательно. Ну, про подписку я уже не говорю. Вот, но я буду очень рад, если вы подпишетесь. Всем хорошего дня и всем пока-пока.